Кызылординская и Актюбинская области укрепляют сотрудничество. Для этого в Приорале прибыла делегация с запада страны. Гости посетили ряд социальных и промышленных объектов, ознакомились с возможностями расширения рынков сбыта и подписали ряд взаимовыгодных соглашений. Сейчас товарооборот между регионами составляет свыше 3 миллиардов тенге. Взамен на сельхозпродукцию актюбинские предприниматели поставляют щебень, кирпичи, прицепную технику, средства пожаротушения и теплоизоляционные трубы. В рамках Дней Актюбинской области в Приорале организовали культурно-спортивные мероприятия и сельскохозяйственную ярмарку, на которой кызылординцам было предложено свыше 300 тонн продукции. Из Кызылординской области в первую очередь закупаем сельскохозяйственную продукцию. Результат такого сотрудничества – снижение цен на самые необходимые для населения продукты на 15-20%. К примеру, если раньше актюбинцы покупали рис по цене 220 тенге за кило, то сейчас по 130-150 тенге. То же самое с рыбой и солью. Поэтому мы намерены развивать сотрудничество между нашими регионами. Предприниматели Актюбинской области имеют хороший опыт сотрудничества с соседней России, ЕАЭС, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество и реализацию совместных эффективных проектов.